глубоко уважаемые педагоги. Сегодня торжественный день для всех нас, знаменательный день. Наши дети такие прекрасные, так хочется сказать стихами, какие хорошие выросли дети. Наши прекрасные дети переступают, наверное, первую важную ступень в своей жизни. И хочется пожелать им успехов. Хочется, чтобы все их мечты, желания о том, куда они хотели бы поступить, сбылись. Чтобы меньше было тревог. Конечно, они будут проблемы. Хочется пожелать, чтобы вы достойно, дорогие дети, их пережили. Жизнь действительно сложна. Легких путей не бывает в этой жизни. И хочется вам пожелать стойкости, силы духа и умения переносить трудности с достоинством. Хочется пожелать, чтобы каждый из вас, конечно же, каждый из вас поступил туда, куда он мечтает, чтобы сбылись не только ваши мечты, но и мечты ваших родителей. Дорогие родители, я хочу вам пожелать терпения. Любите детей своих, понимайте своих детей. И тогда, конечно же, когда будет между вами понимание, конечно же, проблемы будут решаться вдвойне легче. Хочется пожелать также крепкого здоровья, успехов, душевного спокойствия нашим вашим дорогим бабушкам и дедушкам, которые также в этом зале сейчас сидят и переживают за вас со слезами на глазах. Огромное спасибо, просто огромное спасибо педагогам. Что такое сдать ЕГЭ, знает только педагог. Конечно же. И как это дается? Чем это дается? Какими нервами, какими силами? Дорогие педагоги, я вам желаю здоровья, я вам желаю терпения, я вам желаю, чтобы в следующем году вы также успешно сдали со своими дорогими учениками ЕГЭ. И чтобы проблем было как можно меньше. Успехов всем, здоровья крепкого, благополучия, мира и счастья всем. Удачи, дорогие выпускники, добрый путь! Человека. Я скажу, что я его знаю достаточно давно. Как только переехали, наверное, они в Тамбовку, так вот его детство и проходило у меня на глазах. Потому что заборы у нас с ним не очень высокие, и все видно, что происходит. Этот человек действительно очень отзывчивый. Если нужно починить велосипед парням маленьким, если нужно что-то сделать по дому, если нужно все лето работать, чтобы помочь маме, то он всегда, в общем-то, отзывается и всегда все старается сделать на пять. Отгадайте, о ком я говорю? Какой Колян? Господи! Фомин Николай Александрович! Награждается медалью, ему вручается свидетельство об окончании Тамбовской детско-юношеской спортивной школы. Ему присвоен второй разряд единой всероссийской спортивной классификации по виду спорта волейбол. Он награждается грамотой начальника отдела образования как призер и победитель районных областных соревнований по волейболу, призер областной легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Амурская правда». Он участник Всероссийской олимпиады по математике, где занял второе место в районе, победитель школьной олимпиады по математике, является победителем и призером районных областных соревнований по волейболу среди юношей, является призером легкоатлетической составе сборной школы. И у Коли хороший аттестат, но я думаю, что все-таки, когда он будет выпускаться, откуда Коля? Со школы милиции, да, может быть, то у него будет еще все лучше. И главное, что он по-прежнему будет опорой и надеждой своей семьи. Поздравляем Фомина Николая Александровича. Итак, еще у нас здесь один орденоносец. Это кто? Как? Денис. А дальше? Итак, вручается аттестат и грамоты Абросову Андрею Олеговичу.
спортивной школы свидетельство об окончании Тамбовской детской юношеской спортивной школы, присвоение звания инструктора общественника и судьи по спорту. Он победитель в областном турнире по волейболу в 2008-2011 году, участник и победитель в районе во всероссийском молодежном чемпионате по истории в 2009 году, призер юношеского турнира по волейболу в 2008 году, призер в областных соревнованиях по волейболу среди сборных команд городов и районов, призер в первенстве Амурской области по волейболу, победитель в конкурсной программе по районному в районных соревнованиях по пешеходному туризму в 2012 году, победитель в традиционном турнире по волейболу на приз памяти Озерова, призер традиционной легкоатлетической эстафете на призы газеты «Амурская правда» в 2013 году, призер в беге на 1500 метров в 2013 году, на 3000 метров в 2013 году, победитель в соревнованиях по пляжному волейболу, посвященному Дню Тамбовки. Поздравляем Андрея Олеговича! Чем мне нравится этот человек, что он всегда имеет свое мнение. Хорошее ли, правильное, но оно у него есть. И поэтому он считает, что о нем нужно заявлять где угодно, когда угодно. И даже можно написать в дневнике личное письмо директору и сказать все, что он думает о директоре. Правда, когда он последний экзамен сдает, у него вдруг открываются первые признаки болезни Ангельцера, когда он вообще не узнает тех, с кем когда-либо спорит. Надеюсь, это были только первые признаки. И мы сейчас с вами поздравляем кого? Андрюшу. А дальше? Итак, аттестат вручается Сильчеву Андрею Сергеевичу. Отдел образования администрации Тамбовского района за активное участие в спортивной и культурной жизни села и района. Он награждается подарком от школы за активное участие в жизни школы. Он участник всероссийских молодежных чемпионатов по биологии, английскому языку, информатике. Участник районной легкоатлетической эстафеты в составе сборной школы. Занимается исследовательской работой. Успешно закончил очно-заочную школу Амурской области исследователей природы при ВГПУ. Выступал на школьных, районных, областных научно-практических конференциях. Награждался грамотами, дипломами, имеет сертификаты. В 2010 году принимал участие в областном форуме «Одаренные дети». И при всем при том, самое главное, у него аттестате троек. Сколько? Нет. Молодец. Поздравляем Андрея Сергеевича. Этот человек тоже с собственным мнением, и иногда это мнение уводило его от уроков, потому что, слава Богу, у него был ключ и было куда спрятаться. Иногда вместе с собой он выводил в эту темную комнату без окон еще пару-тройку выпускников и зачастую получал взыскание и замечание. Но всегда, также следуя за своим другом, пытался найти оправдание и объяснить. То урок у него где-то там не там проводится, то от физкультуры он освобожден, то знает он все, поэтому ему на уроках просто неинтересно. Итак, мы сейчас с вами награждаем кого? Итак, вручается аттестат Батриву Антону Андреевичу. Он награждается грамотой главы района за активное участие в культурной жизни школы села и района. Антон увлекающийся человек. Занимался трассовым автомоделизмом, выступал на областных соревнованиях, кубки юниоров, где занимал призовые места. Участник Всероссийского молодежного чемпионата по биологии. Занял первое место во Всероссийском фестивале инженерных технологий будущего «Смена золотой запас». На протяжении 3 лет возглавлял работу школьного радиоузла. Ни одно школьное мероприятие не обходилось без его участия. 2 года занимался в педагогическом классе БГПУ. Сдал экзамен по специальности «Основы педагогики и психологии» на «Отлично». Ему
присвоена квалификация «Организатор детского досуга». Итак, мы с вами чествуем Бадрева Антона Андреевича. Накопали. Аттестат вручается Улиска Денису Александровичу. Денис Александрович награждается грамотой отдела образования за активное участие в спортивной и культурной жизни села и района. Он является неоднократным победителем районных соревнований по легкой атлетике. Призер в соревнованиях по гиревому спорту 6-й районной сельской комплексной спартакиады среди сборных команд. Призер в первенстве Амурской области по гиревому спорту. Призер в беге на дистанцию 100 метров в районных соревнованиях по легкой атлетике. Победитель в эстафетном беге на 100 метров. Призер в зачет районной спартакиады 10-11 в беге на 200 метров. Призер традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Амурская правда» в честь 68-й годовщины победы. Участник областной профильной смены «Небесный купол» 2010 года. Победитель в районной легкоатлетической эстафете в 2010-11 году. Призер легкоатлетического турнира «Золотая осень» 2007-2013 года. Участник благотворительных акций «Милосердие», классных и общешкольных мероприятий. Участник всероссийской лыжной гонки «Лыжня России» 2013 года. Чествуем Дениса Александровича. Аттестат вручается Конкину Илье Александровичу. Ему вручается грамота отдела образования за активное участие в соревнованиях по трассовому автомобилизму 2013 года. Он победитель второго этапа чемпионата Амурской области по трассовому автомоделизму 2012 года. Победитель 24-го открытого чемпионата Амурской области по трассовому автомоделизму 2012 года. 25-го открытого чемпионата 2013 года. Третьего этапа чемпионата Амурской области 2012 в классе модели. Фиг знает, как называется. Это вообще не выговариваем. GM и G7. Победитель крупных соревнований по трассовому автомоделизму в Белогорске. Чемпионат Амурской области по трассовому автомоделизму в 2009 году. 2012. Призер клубных соревнований 2012 года. Призер 4-го этапа чемпионата Амурской области в 2011 году. И он награжден грамотой за отличный результат подготовки на областных учебно-военно-полевых сборах «Служу Отечеству» в 2012 году и призер первенства Амурской области по гиревому спорту весовой категории до 63 килограммов в 2013 году. Поздравляем Илью Александровича! Итак, мы желаем вам всем успехов не болеть никакими болезнями, чтобы все у вас было хорошо, чтобы вы были надеждой и опорой для своей семьи. Дорогие дети, успехов, добрый путь. Желаю вам счастливого жизненного пути. У него был ключ. С подмостков театральных имен с экрана мы верим, радовать вас будут неустанно. А если вдруг такого не случится, свой артистизм им в жизни пригодится.